Трасти – надежный и многофункциональный криптокошелек для ваших монет. И снова здравствуйте! Мой сегодняшний обзор будет сосредоточен не на криптовалютных биржах и проектах, а посвящен кошельку, на котором хранят и переводят монеты. Ведь если нет кошелька, то теряется весь смысл работы на площадке. Средства-то вывести надо. Сейчас в сети есть множество кошельков. Платформы предлагают самые разные, от встроенных в функционал биржи и до мобильных приложений. Но лишь немногие из них могут быть надежными и мультифункциональными. Вот про такой кошелек и пойдет речь. Представляю вам Trusty Wallet. Разберем, что он из себя представляет. Он относится к классу мобильных мультивалютных криптокошельков, имеет открытый исходный код и, внимание, встроенный обменник. Спроектирован кошелек таким образом, что поддерживает практически все ведущие криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tron, Dogecoin, Bitcoin SV, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Verge, Ripple, Monero и абсолютно все токены Ethereum и Tron, в том числе стейблкоины, такие как Tether, TrueUSD, USD Coin, Paco Standard, DAI стейблкоин. Я даже со счета сбился. При этом список поддерживаемых активов постоянно расширяется. Главное, что волнует любого пользователя кошелька, а не украдут ли его монеты, заработанные на бирже, и легко ли их с него вывести. Действительно, параметр безопасности и удобства – это важнейшая составляющая выбора того или иного криптокошелька. Учитывая бешеную конкуренцию на рынке, создатели сделали все возможное, чтобы защитить средства клиента от взлома. Этот кошелек является некастодиальным. Если сказать просто, доступ к балансам есть только у пользователя и больше ни у кого. Доступ возможен только по сид-фразе, которая генерируется в непосредственно момент создания и активации кошелька. Возможно импортировать сид-фразу из другого своего кошелька, если он уже имеется. В Trusty никакие данные не собирают. Вся информация хранится только на устройстве пользователя. Не надо проводить никакой регистрации и проходить процедуру KYC. Это очень важно, поскольку именно эти данные чаще всего потом и попадают в руки взломщика. Здесь этот вариант полностью исключается. Вход в приложение и отправку транзакций можно защитить пин-кодом, отпечатком пальца или сканированием лица. Многоуровневая защита. Еще одна фишка – анонимность. Вот этот параметр сейчас очень важен. Никто не будет знать о том, какое количество переводов и куда совершаете их вы. Все полностью закрыто от регуляторов и мошенников. Помимо этого, у него есть несколько встроенных функций. Покупка, продажа и обмен монет. Можно привязать к нему любое количество карт для покупки и продажи активов. Классно то, что он поддерживает карты Российской Федерации, Украины, Беларуси, Казахстана. С ним можно работать и через платежные системы Visa, MasterCard, Kiwi, ADV Cash, Perfect Money и Payeer. Отдельно хочу сказать и про то, что обменник кошелька один из самых выгодных, который мне приходилось ранее видеть. Всегда самые выгодные курсы на обмен и покупку монет. Комиссия Trusty составляет всего 0,2%. Конвертировать валюты можно тоже через кошелек. Действительно, универсальный мобильный кошелек с мощной защитой и удобным функционалом. А можно ли через него купить биткоин с банковской карточки? Без проблем. Рассказываю, как это сделать. Сначала надо установить кошелек на свой смартфон. Пройдя по ссылке, скачали и установили. На все уйдет минута. Когда кошелек запустился, он сгенерирует сид-фразу, которая будет являться уникальным логином и паролем, с помощью которой можно восстановить доступ к балансам в случае утери и замены телефона. Сохраните ее в безопасном месте. Например, на листке бумаги, как это сделал я. Если хотите купить, выбирайте опцию «Купить», затем вашу валюту, рубли или гривны, далее биткоин, вводите нужную сумму для покупки.
добавляете номер банковской карточки, нажимаете «Купить биткоин», ознакомливаетесь с деталями сделки, подтверждаете покупку, оплачиваете и все. Через некоторое время биткоины поступят на ваш кошелек. Больше ничего делать не надо, справится любой. Аналогичным образом поступайте, если намерены и продать. В заключении могу сказать, что Trusty Wallet, пожалуй, самый лучший и многофункциональный криптокошелек на всем пространстве СНГ. Аналогов пока не встречал. В нем есть все. Не нужно пользоваться множеством других кошельков и иметь регистрации на кучу обменников. Все под рукой. От хранения и до конвертации и обмена. Полностью анонимный, понятный и удобный. Ну а вишенкой на торте будет крутая реферальная программа, благодаря которой вы сможете получать кэшбэк 10% собственных комиссий, 10% с комиссии рефералов первого уровня и 10% с комиссии рефералов второго уровня. Если вам нужен удобный, защищенный по максимуму криптокошелек, используйте Trusty Wallet, ссылочку найдете в описании к ролику. А с вами был канал CryptoXBlog, благодарю за внимание, оставляйте свои вопросы в комментариях, с радостью отвечу на все вопросы. До новых встреч!